Непонятно, что творится в нашей маленькой стране. Дебилизм веселится, здесь маразмом наравне. Вроде все здесь для народа, а на самом деле нет. Вновь лишают кислорода молодых и тех, кто сед. Давят ценами безбожно и квартплатой удушают. Жить почти что невозможно, все безумно дорожает. С нас берут за все, что можно, за дорогу и машину. Платят здесь автодорожный каждый год налог мужчины. Проси соседа в долг, вот такое здесь похабство. Мест рабочих кот наплакал, да и там зарплата мизер. Получив ее, поплакав, с болью смотришь телевизор. Там живут прекрасно люди, они счастливы и красивы. Государство им на блюде все подносит им ленивым. Поснимав лапшу с ушей, закусив ею немного, с болью вновь в своей душе собираемся в дорогу. Разъезжаясь кто куда, в поисках труда для жизни, мы не видим, как года лик меняют наши жизни. Тяжкий труд, переживания сокращают краткий век. Нет в стране к нам сострадания, каждый здесь не человек. Лишь придаток государству и по сути раб бесправный. Им здесь поют бездарству весь народ наш православный. Даже годы отобрали, пенсионный срок добавив, чтоб пахали и вздыхали, жить желание оставим. Мрет народ, не доживая до 60 лет. Он под гнетом изнывая высыхает, как скелет. Но зато ТВ вещает, мы живет в стране чудесной. Но страна давно нищает и висит уже над бездной.